В молодежном центре «Этаж» состоялось совещание по предпринимательству. Здесь собрались бизнесмены, заинтересованные в развитии туризма и гостиничного дела, чтобы обсудить его перспективы и развитие на территории Северского района. Руководитель регионального центра компетенций Анна Харламова провела мастер-класс «Бережливое управление в санаторно-курортной отрасли». В своей презентации она показала конкретные примеры, когда на мелочах можно было сократить время работы персонала и тем самым повысить прибыль. Например, просто по-другому складывая инвентарь в тележке горничной. Когда, конечно, это все так показывают на картинке, да, рассказывает специалист, это немножко, может быть, где-то смешно, может, где-то непонятно, но в любом случае это какой-то ноу-хау. Региональный центр компетенций – единственный институт развития в Краснодарском крае, обладающий портфелями решений, которые направлены на рост производительности труда. Получить помощь центра может любое предприятие, вступившее в национальный проект «Производительность труда». Руководитель глэмпинга «А Парадайз» в станице Смоленской Сергей Непряхин рассказал о развитии своего проекта. Глэмпинг – это новый вид экотуризма. Отдых все включено на природе. По сути, это модернизированные палатки разных конструкций, объединяющие в себе комфорт гостиничного номера и возможность отдыха на природе. В наследство Сергею достался яблоневый сад, который решено было дополнить зонами отдыха для туристов. Его команда нашла перспективную нишу и старается расширять бизнес и дальше. Мы сейчас строим ресторан, который аналогов в Краснодарском крае, но Сочи. Это не Краснодарский край. В Сочи есть аналоги, но Краснодар и рядом нет аналогов. Все это мы делаем молодой командой, основной усилий у нас идет на маркетинг. Внутренний туризм – перспективный сектор экономики, который позволяет развивать наш район и открывать новые места для отдыха, как для гостей муниципалитета, так и для его жителей.